Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Денюш, что надо сказать? Привет. Привет, привет. На каком вы канале? Друзья, сегодня у нас очередная развивающая игра на развитие слухового внимания ребенка. И мы будем играть в игру, в которой Дениска будет повторять действия за мамой. И не ошибаться, если мама будет делать неправильно. Сначала мы будем класть руки на стол, прятать под стол и стучать по столу. А потом мама нарочно начнет ошибаться. Смотри за мамой внимательно, Дениска. Мама ошибаться. Ошибаться начнет, да. А ты вот смотри, не ошибайся. Повторяй за мамой, но слушай команды папы. Руки под стол. Повторяй. Отлично. Руки на стол. Постучали ручками по столу. Руки на стол. Руки под стол. Руки на стол. Давай, давай на стол клади. Постучали по столу. Руки вверх подняли. Подняли вверх. Под стол спрятали ручки. Нет. Смотри на маму. А теперь мама начнет ошибаться. И не повторяй же за маму. Руки на стол. А нет, а ты слушай папу, я сказал руки на стол. Руки вверх. Молодец. Руки под стол. Молодец. Постучали по столу. Умница. А ты, мама, смотри, мама тебя сбивает. Руки вверх. Ну подними ручки вверх, я же тебе говорю руки. Хорошо, давай, постучали по столу. Постучали, Динь. Молодец. Руки под стол. Молодец. Руки на стол. Не, молоди по стол. А ты на стол, молодец. Друзья, мы сейчас тренировали развитие слухового внимания. Как видите, Дениска, в принципе, слушает то, что папа говорит. И не ошибается практически, хотя мама во всячески пытается его сбивать и совершать неправильные действия. Так что берите эту игру на заметку и пробуйте со своими малышами. Ну а с вами был канал Baby Go, мы с вами прощаемся, ставьте нам пальчики вверх, вставляйте хорошие и полезные комментарии. Ручки вверх, как день. До новых встреч, друзья, пока-пока. И по ссылкам.